Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Мне будет очень нужна ваша помощь с его распространением, потому что это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они пытались убить меня несколько раз, а однажды чуть не убили мою жену. По телевизору об этом точно не расскажут. Особенно учитывая то, что приказы этой группе дает президент России Владимир Путин. Приказываю действовать предельно жестко. И, кстати, я вам расскажу, почему он решил меня убить. Привет, это Навальный. Вы видите за моей спиной схему, как из фильмов, но есть одна большая разница. Это не из фильмов, это из реальной жизни. Вот эти люди пытались меня убить. Если вы сделаете свайп вверх, вы увидите офигительное наше расследование о группе тайных убийц из ФСБ.